Marvel представляет. Нам нужны герои. Нам нужна ты. Капитан Марвел на пороге новой жизни, новых открытий и свершений. Бри была просто обязана научиться сражаться. К моменту начала съемок я тренировалась уже месяцев 9. И это здорово. 3 дня боев в проходах электрички ощущались как глоток воздуха. Уникальность моей героини, как мне кажется, в ее чувстве юмора, помноженном на готовность и способность справиться с любой ситуацией. Умеешь летать на таких? Посмотрим. Побывав на настоящей базе ВВС, я поняла, какие они в жизни пилоты. Да или нет? Простейший вопрос. Да. Смоделированный воздушный бой, атака, потом защита, перегрузки в 6 с лишним G. Потрясающе! Огромный-огромный труд. Она много что привнесла в эту роль. Молодчина! Капитан Марвел.